Ну что, давайте посмотрим еще. Вот у меня есть такая. Садимся ужинать, короче. Вот такая Доброфлот. Доброфлот и Васи. Мне кажется, там видосика нет такого, да? Про такую вот рыбешку. И Васи натуральная. Сардина тихоокеанская. 245 грамм. Доброфлот. Там меня ругали, что какого хрена банки открываешь и не перелаживаешь чашки в тарелки. Да, ребята, как хотите, так и перелаживайте. Хоть чашки, хоть тарелки, хоть кружки. Бабушка, дай мне эту вилочку. А я буду вам показывать вот так. Я сажусь ужинать, поэтому решили скрыть баночку, да? Ну что, сразу показываю. Сверху масло, внутри васи. По запаху сразу до меня донеслось, что нормально. Нормальный запах, не испорченный, да? А то обычно открываешь банку и сразу пахнет нехорошим. На вид вот такая вот рыбешка. Неплохая на вид. Это и васи. Тихоокеанская сардина. На вкус. Сейчас я вам скажу на вкус. Сделаю вот так вот. И на вкус. На вкус тоже ничего. Только слишком чересчур отдает маслом растительным. Очень много масла. А так ничего. На перекус пойдет. Так. Кевканье мое будете сейчас слушать. В общем, такая вот баночка. Так, минутку. Вот такая вот рыбка. Радует то, что полная банка рыбы. Полная банка рыбы. Сколько там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 кусочков. Ну, полностью банку забили, да? 245 грамм. И васи. Так что, кто мне там комментарии такие дает и рекомендует, что якобы в тарелку переложи, да покажи нам. Ребята, вы у себя в тарелке будете сами перекладывать, а у меня вот так. Рыбка, ничего, и васи, доброфлот, всем удачи. Так, ну, ребята, по скрипту, в общем, выкладываю. Поможет мне супруга выложить. Да вывали просто с банки. Зачем? Вот, специально выкладывают медленно, да, чтобы люди посмотрели. Я бы взял бы, вывалил и показал бы. Зачем это все выкладывать? Кто там? Кому не нравится, что не видно в банке кусочки? Вот вам банки, кусочки. Вот. И васи. Глядите, хоть сколько. Только что тут увидите, я не знаю. Ну, рыба как рыба. Банка как банка. Ну, радует то, что действительно в банке полная банка кусочками рыбы. Так что тут не та красная рыба, где было 3 куска. Как-то вот так. Ну все, на этот раз все хорош. До свидания. Слушайте, ребята, рыба-то вкусная, мне понравилась. Рыба вкусная, ее тут много. Замечательная рыба, рекомендую.